Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел прямую телефонную линию. Сразу 4 обращения касались водоснабжения. Жители агрогородка Коммунар Будокошелевского района жаловались на качество воды, которая из кранов идет с песком. Геннадий Соловей поручил разобраться с проблемой. В 3 остальных случаях люди сетовали на низкое давление в трубах, звонили из сельской местности. Здесь все объясняется просто. В сезон полива большой расход воды, отсюда и слабый напор. Гомельчанка пожаловалась на шум ночью от строительства многоэтажки на перекрестке проспекта Октября и Студенческого проезда. Кроме того, подъезд к соседним дворовым территориям стал неудобным. Действительно, дискомфорт от работ был. Этот дом должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, а потому строители работали в 3 смены. Буквально 2 дня назад перешли на 2-сменный график. Главный источник шума – башенный кран – будет прекращать работу в 23 часа. С подъездными путями проблему тоже решат в самое ближайшее время. Звонили жители области не только с проблемами и вопросами, но и с благодарностями. В общем, за 3 часа на прямую линию поступило 35 звонков. Каждый из тех, кто обратился, получит ответ. Самые острые вопросы Геннадий Соловей взял под личный контроль. Первый модуль технопарка «Коралл» открыли в Гомеле. Новый научно-технологический парк даст дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности в регионе. Это посодействует увеличению доходов местного бюджета, усилит инвестиционную привлекательность области, сформирует дополнительные условия для инновационной деятельности. Проект реализуется на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратом. Он включен в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Инвестпроект предусматривает реконструкцию производства помещений и административно-бытовых корпусов, входивших в состав завода «Коралл». Постепенно полностью меняется функционал и архитектурно-планировочное решение зданий. В начале этого года в областной исполнительный комитет обратились работники гомельского предприятия «Випро». На нескольких листах почти 130 подписей с просьбой помочь навести порядок на одной из гомельских улиц. Люди с плохим зрением и слухом вынуждены были добираться до работы среди машин, водители которых пытались одновременно объехать и пешеходов, и многочисленные ямы. Инженерный проезд в Гомеле в список основных улиц не входит, а поэтому особое внимание ему не уделяли. После обращения в облсполком, как только позволила погода, на дорогу вышла техника. Теперь ездить куда более удобно. К тому же, как минимум раз в месяц сюда приходит грейдер. И самое главное для инвалидов. Для них сделали тротуар. В следующем году здесь планируется построить новую современную дорогу. Потому работы проводились с учетом уже разработанного проекта. Жителей деревни Лопатина Гомельского района уже более 2 лет тревожит экологическая ситуация в населенном пункте. Причина – расположенный поблизости участок по переработке вторичных ресурсов предприятия «Утилизатор». Однако службы, которые неоднократно проводили проверки, нарушений не обнаружили. Тем не менее, руководство предприятия пошло навстречу пожеланиям людей и планирует в ближайшее время перенести производство. Сейчас работают над оформлением необходимых документов. Понятно, что перенести такое мощное производство невозможно в сжатые сроки. На это потребуется время, но, как утверждают на предприятии, ждать недолго. При этом обещают решить все временные сложности, вызванные появлением пыли в воздухе.